Ага, пошла запись, ну поехали. Заходим в наш проектик новый для мастеринга. 4432, я так его и редендерил, миксдаунил, или как там. Так, ладно. Так, мозг не соображает. А, импортанте, Бетлин Кунмаст. Да, 4432, очень хорошо. Ну тут у меня, конечно, под ноль почти что громкость. Я всегда хедрума делаю. Вот где-то так. Минус 4 децибела. Чтобы потом поднимать компрессорами, гармонайзерами и, конечно же, лимитерами. Тут у меня загрузил, я сохранил свой собственный вот мастер, которым пользуюсь. В течение уже 10 раз, когда мастерил этот трек. Вот такая цепочка интересная. Сначала я начинал всегда с вот этого мультикомпрессора, который, с которым сидел, наверное, ну, полчаса, наверное, я слушал только каждую из этих дорожек в наушниках и на мониторах отдельно, чтобы расставились нормально атака, релиз. Ну, очень, очень полезный он, очень полезный, я считаю. Ну, что я тебе показываю? Ты и так знаешь. Вот. Потом я сделал все остальные вот эти дорожки, и тут до меня дошло. Раз Стивен Слейд делает, и этот, как его зовут-то, я забыл, сейчас, подожди. Это вот здесь вот. Крис Лорд Алге. Да. По-моему, так. Вот раз он везде в своих треках вставляет, ну, я говорит, я хочу аналоговый себе звук сделать из цифрового, вот этот Virtual Channel. Я подумал, а почему мне не сделать тоже в начале мастеринг всего этого трека аналоговый суперзвук, якобы, конечно. И вот я, не знаю, я поставил USA, почему-то мне показалось, что он больше подходит. Вот. И вот только его вот тут вначале я ставил, да. Ну, я тут обычно смотрю, чтобы не зашкаливало под троечку. Вот. Да. А дальше идем. Ну, это с этим понятно все, мультибенд. Ну, конечно же, надо насытить звук, насытить. Ничего лучше сатюратора, чем вот этот из дуэнда я не слышал. Вот. Ну, тут я на серединку все поставил, чтобы не слишком резко, все мощно было. И вот так вот добавляю, как бы, на слух, когда получится такое изменение звука более сочное. Я вот нашел для себя 15. А вот этот вот процентов. Ну, дальше фабфильтром. Что я сделал фабфильтром? Ой. Вот такой у меня эквалайзер. Короче, я из сайдов удалил все басы, чтобы, не дай бог, они туда не попали. На частоту 55 Гц. Вот. Ну, может быть, там их не особо-то есть, но на всякий случай. Вот. Ну, а дальше тоже из Стивена Слейта я взял вот такой вот прекрасный компрессор. И тупо взял пресет. Пресет я взял Glue. Вот этот типа склейка, он очень мало делает чего, буквально меньше 1 дБ, округляет, склеивает, более целостностная вроде как получается запись. Послушай вот разницу. По-моему, офигенная разница. Ну, и вот я долго думал, делать, не делать, решил все-таки сделать небольшой ревер, небольшой совсем комнатку. Лексикон скачал себе, не знаю, много весит, мне показалось, может, он крутой, значит. Вот, и буквально примешиваю 1%, 1%, не знаю, разница
Но он и не должен быть слышен, конечно. Не знаю, слышно, нет. А вот так вот, если... Оставляем 1%. Мне показалось, он все-таки очень заметно хэд так подраскидал по миксу высокую частоту. Ну и, конечно, Стивен Слейт. Очень долго я тоже думал, сколько вот этой хрени добавить, сколько вот этого лоу-панча. Детейл. Я подумал, раз высоких частот много, то не буду его вообще поднимать. А чтобы бочка лучше пробилась, мне показалось, бас-бочка через бас иногда не очень хорошо пробивает. Я вот на слух поднял вот аж до 5. Последний мой вариант. Вот эту хрень лучше не трогать. Dynamic Perception. Ну и тут уже на слух, как понимаешь, поднимал, чтобы было в районе 10-9 минус RMS-ов. Ну, как бы и практически все, но тоже в последнем варианте я дизер. Убрал дизеринг. Вот, сейчас объясню, почему. Ну, тут минус 0.3 нормально, 16 бит, это не важно. Так как у дизеринга здесь особо настроек нету, то я подумал, что, может быть, они не очень классные. Вот черт, убрал. И поэтому я повесил, здесь его отключил, повесил кубейсовский родной вот сюда, вот прям на мастершину. Тут такой есть вот дизеринг, вот тоже биты выбираешь. Я подумал, что мало ли в Стивене Слейте лоу редюс дизеринга. Решил, пусть будет родной кубейсовский хай. Все-таки из 32 в 16 бит, я подумал, может, больше ошибок будет цифровых этих. И поэтому решил вот так вот оставить. Ну и все вроде бы. Такая вот цепочка. Не знаю, изотоп, конечно, пробовал, но мне качество вот этого вот мастеринга финального больше понравилось. Ладно, спасибо за просмотр. Всем ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все, пока! Пока!